найден способ управлять с нами. Исследователи медиалаборатории Массачусетского технологического института в США разработали прибор Дормио, который предназначен для увеличения продолжительности гипногогии микроснов промежуточного состояния между сном и бодрствованием. По мнению ученых, пребывание человека в долгом микросне может улучшить его творческие способности. Об этом пишет Мадхер Буарт. В состоянии гипногогии человек может испытывать слуховые, зрительные и тактильные галлюцинации, однако чаще всего переживания между сном и бодрствованием не запоминаются. Дормио испытали на 6 добровольцах. Изначально она состояла из микроконтроллера Arduino, установленного на перчатке с датчиком давления и электроэнцефалографа ЭЭГ. Испытуемый, прежде чем заснуть, сжимал ладонь в перчатке в кулак, надавливая на датчик. В то же время ЭЭГ регистрировал активность головного мозга. Когда человек засыпал, датчики посылали сигнал роботу Жиба, который произносил фразу «Не забудьте подумать о кролике» или «Не забудьте подумать о вилке». Чтобы предотвратить более глубокое погружение в сон, робот произносил имя добровольца и фразу «Вы засыпаете». В новой версии Dormio ЭЭГ заменили на датчик частоты сердечных сокращений, Жиба на приложение в смартфоне, а датчик давления на сенсор, отслеживающий напряжение мышц. В состоянии гипногогии испытуемые отвечали на вопросы робота, который записывал их ответы. Результаты эксперимента показали, что хотя не все добровольцы запомнили ответы, они видели образ того, о чем им предлагалось подумать. По словам ученых, это значит, что в их распоряжении есть работоспособная система контроля микроснов. Во второй части эксперимента добровольцев попросили сочинить историю с ключевым словом, которое они услышали в состоянии гипногогии. История должна была быть основанной на увиденном в микросне. Чем оригинальнее был рассказ, тем больше баллов получал участник. Использование Dormio способствовало более творческому подходу к задаче, и 5 из 6 добровольцев набрали больше баллов, чем в контрольном тесте. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.